Вітаю в ефірі студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречаний. Ми продовжуємо підбивати підсумки 2021 року і поговоримо сьогодні про таку важливу подію, як відкриття ринку землі. Він запрацював з 1 липня. Наразі землю можуть придбати тільки фізичні особи українці. За 2 роки таку опцію матимуть юридичні особи, а от щодо іноземців це може відбутися тільки після референдуму. Власне, про ці 7 місяців, які вже минули, будемо говорити сьогодні з нашими гостями студії. Вадим Шкарівський, заступник голови Одеської облради, вітаю вас. Здравствуйте. Та Ігор Кисельов, економічний та політичний оглядач. Вітаю, Ігоре. Здрасте. Такий дуже резонансний законопроект, закон вже, який вступив в силу, і от дійсно багато думок. Поки що доступна земля тільки для фізичних осіб, за 2 роки буде доступна вона для юридичних осіб, але тільки не іноземців. Іноземці після референдуму загальнонаціонального, і ну дійсно от аспектів дуже багато юридичних, це є обмеження кількості землі в одні руки. І от хотілося б спочатку почути ваші позиції, ваше ставлення, по-перше, до цього закону, а по-друге, як ви оцінюєте от перші 7 місяців, як він функціонує? Чи він приніс користь нашій державі? Ігоре, будь ласка. Ну, закон, як це українською, недосконалий, і, скажімо так, к этому закону бы еще пару-тройку, там, начиная с рынка страхования, обязательного страхования, земли и сельхозпроизводителей и т.д. Но в целом, если говорить о резонансности этого закона, то он запоздал, и запоздал намного. Поэтому с точки зрения экономической, с точки зрения движения страны к нормальной экономике, открытие рынка земли можно только приветствовать. Что показали первые полгода работы рынка земли, как и ожидалось, никаких особенных всплесков или никаких особенных происшествий не произошло. То есть достаточно вяленько идут сделки, сделки есть, они оформляются, и я думаю, что примерно в таком же темпе это будет еще как минимум 22-й год, а вот уже ближе к выходу на рынок юридических лиц, думаю, что начнется существенное оживление, думаю, что начнется ну, какие-то вещи, в том числе, может быть, и неприятные, и мошенничество, и т.д. и т.п., которые стоило бы отслеживать. А пока что государство теряет время, когда можно было бы проводить и делать отношения на рынке земли более и более доскональными. А чем вы повязываете відсутність ажиотажа на рынке земли? Адже казали, что вот нарешті селяни, які прагнули придбати землю, отримують це право, які там роками, десятиліттями прагнули. Але менше з тим ну, скорее речь идет о восстановлении справедливости и возможности собственнику вот этого 1-2 паев там, до 5, у кого там может быть там, даже до 10 гектаров возможности продать. Потому что была глупая ситуация, когда люди владели землей, продать ее не могли, и там всякие договоры, и были возможности скрытой продажи. Надо понимать, что рынок земли уже существовал. То есть достаточно сказать, что на момент открытия рынка земли у нас два крупнейших агрохолдинга, у них был земельный банк у одного, а теперь, внимание, 570 тысяч гектаров земли, у второго 520 тысяч. Из политиков крупных владельцев мы знаем господина Новинского, да, так вот они в партнерстве с Ринатом Ахметовым, они аж занимают аж 8-е место, и у них земельный банк чуть меньше, чем 200 тысяч гектар. То есть рынок земли де-факто давно существует. Он существует на рынке, на отношениях тех, кто обрабатывает землю, и чиновников, ну и других, скажем так, серых схем, я бы не хотел никого обижать. Вот. И он давно существует. У нас крупнейший производитель масла работает на Украине, на украинской земле. Это вот второй агрохолдинг, там 520 тысяч гектар, у него земельный банк. Поэтому-то и не могло быть никакого особенного ажиотажа, связанного вот с тем, о чем вы сказали, это связанного с ограничением приобретения вот до 2023 года 100 гектаров в одни руки. То есть это должны произойти некие взаимоотношения. Скорее, за это время стоит позаботиться о том, чтобы правильно оформить свою собственность, проверить ее в
кадастре, проверить в геокадастре. И для того, чтобы быть готовым к нормальному функционированию рынка земли, который будет с того времени, когда юридические лица заявят о своих правах. Поэтому не могло быть ажиотажа, его и нету. Вадиме, ваша фракція одна з двох, яка виступила категорично проти введення ринку землі. Можете обґрунтувати власну позицію з цього приводу? І взагалі, яка ситуація от на кінець 2021 року саме в Одеському регіоні? Ну, давайте начнем с того, что этот закон был принят не от того, что наши государственные там мужья подумали о том, что как развивать нашу страну и как и что будет толчком для того, чтобы можно было развивать экономику страны и там промышленность, сельское хозяйство. Это было одно из требований, жестких требований МВФ для того, чтобы получить очередной транш. Я считаю, что вот такая позиция продажи нашей земли, это практически, давайте вот проанализируем, да, что у нас в стране есть такого ценного. Все, что было ценное, у нас это было там кораблестроение, было авиастроение, была космическая отрасль, мы ее все убили. Осталось единственное, на чем мы можем там располагать и гордимся на сегодняшний день, что у нас есть сельское хозяйство, за счет которого мы можем хоть как-то выживать и как-то выскочить из ситуации. А сельское хозяйство – это земля. Что с землей продавать, когда на нее практически нету цены, это, наверное, глупость, реально глупость. То, мы сейчас говорим о том, чтобы дать людям возможность действительно те паи, скажем так, которые у людей есть, чтобы они могли свободно и честно, не в серую схему, а по-белому распоряжаться, чтобы могли ее продать, получить какие-то средства. Это да, это нужно было сделать, это правильно было нужно сделать. Но мы говорим об этом, никто же, в принципе, и не сомневается, и не оспаривает. Главная цель, главная мета этого закона – это 5 миллионов гектаров земли государственной собственности, которая находится в собственности государства, и на которую все целятся, как его отхватить этот кусок. Разными, совершенно разными схемами, разными целями и так дальше. У людей, у которых есть паи, ты их уже там сильно, ну, как бы не обойдешь, не рейдернешь, не обманешь, потому что все равно с людьми, пусть это будет мало, но нужно будет как-то с ними рассчитываться. А с государственными землями, с учетом нашей огромнейшей коррупции в стране, можно как-то схимичить. Это произойдет, мы это увидим в ближайшее время. То, что в 2021 году вызвало такой ажиотаж, думали, что сейчас там все кинутся оформлять, но вместе с тем, вот, правильно сказал коллега, о том, что закон достаточно такой недосконалый, скажем так, да. Когда кинулись ее оформлять и пошли к нотариусам, пошли к юристам, первое время вообще никто не мог эту сделку оформить и запустить, потому что там куча разных есть нюансов. Как всегда, все у нас выписано через одно место, и люди боялись получить за это за какую-то ответственность. Никто на себя это не хотел брать. Но это как бы по высоким, да, потерям мы так сейчас прошлись. Давайте вернемся к области, к тем населенным пунктам, которые находятся в районах, в отдалении от Одессы, это села, ну сейчас это громады и районы. Я регулярно, практически минимум раз в неделю я нахожусь в каких-то населенных пунктах, в селах, общаюсь с людьми, общаюсь с фермерами. Мы разговариваем также о продаже земли и рынке. А все они однозначно говорят, что открытие рынка земли, это даже те фермеры, которые сейчас хотят купить землю, они говорят, что это преждевременно, это очень чревато, это очень опасно для села. Потому что если зайдут крупные холдинги, которые скупят эту землю, практически люди, которые находятся на территории этой земли, то есть села, они им не нужны, практически не нужны. Я разговаривал с одним из таких больших таких холдингов, как правильно сейчас это называется, когда там фундисты, да? Латифундисты, это владельцы. Это владельцы, поэтому давайте не путать, не будем трогать. Ну давайте, пусть они будут пока... Это такая метафора, метафора наичастейше застосовывается. Да, пусть будут они пока не владельцы, но они сейчас этим занимаются. Они говорят, я говорю, вот у тебя сколько? Он говорит, ну у меня там, например, там 10 тысяч гектаров, да? Я говорю, сколько тебе нужно людей для того вот в селе? Сколько тебе нужно людей, чтобы обслуживать твое там учреждение или там твое предприятие в этом населенном пункте? Он говорит, максимум 2 человека. Я говорю, я приехал, у меня своя техника, я посеял, я приехал, я убрал и уехал. Мне там никто не нужен. Что они хотят, то пусть делают. Чем сейчас, почему села держатся за этих фермеров, да? Потому что
Что-то произошло, они идут к фермеру. Завеяло дороги, надо почистить, они идут к фермеру. Нужно у себя огород распахать, они идут к фермеру. Даже нужно кого-то похоронить, идет трактор, копает и дают машину, везет этого человека на кладбище, они идут к фермеру. Когда вычистятся мелкие фермера, то людям просто обратиться некому будет. Вот просто некому. А эти большие руководители таких холдингов, никто им с людей не нужно. Постепенно село вымрет. Поэтому я вот читаю достаточно много сейчас в прессе пишут о том, что ожидается увеличение количества населения в больших городах. Из-за чего? У нас что, рождаемость больше? У нас смертность значительно выше. Все понимают, что с сел люди уйдут. Приведу простой пример. Да, я не понимаю, надо приводить примеры. Извините, вашу, ну вот не могу никак согласиться. Да и невозможно согласиться. Говорил же, и еще раз говорю, что делать у нас 10 агрохолдингов, где больше 200 тысяч гектаров уже есть? Не вымирает село. Что делать? 570 тысяч гектаров. Есть крупнейший агрохолдинг Украины. Ни одно село из-за него не умерло. Никаких жалоб нету. Но елки, это такая популистская ерунда, которую вы говорите. Что на сегодняшний день, во-первых, давайте будем говорить честно. Кто против открытия рынка земли и нормального его существования? Правильно, мелкие и средние фермеры. Но вы же не говорите почему. Я вам скажу. Потому что он собственником земли не оформляет договоры. Поле, которое он оформляет по документам, у него там 3 пая в аренде. А все остальное на так называемых джентльменских соглашениях. Ну, это другое. Это совершенно другое. Это контроль за той территорией, подождите, где находится. Это именно то и есть. Поэтому к нему и идут, потому что документы не оформлены. Для собственников совершенно здорово выписан закон. Оформи аренду, у тебя есть преимущественное право покупки этой земли, никуда ее налево не продадут без тебя. Тебя обязаны уведомить, ты 2 месяца должен думать. И потом, если ты отказываешься, этот гектар или этих 10 или 15 гектар могут продать без арендатора. Что для этого нужно? Правильно, оформить договор аренды и платить деньги. Не хотят платить те, у кого 10 тысяч гектар. Те, у кого 5-10 тысяч гектар, они в черную это сеют, убивают землю. Чаще всего, когда он начинает ссориться, он говорит, а завтра я засею рапс и уйду отсюда. И он становится бесконтрольным. Открытие рынка земли ведет к элементарному контролю над существованием сельскохозяйственных угодий. Можно я протянуть? Еще раз. Давайте, вот все это вы говорите и говорите. Приход крупных агропредприятий вреден. Но как же вреден, если они существуют? Если на территории Украины, на украинской земле существует крупнейший в Европе, вообще в Евразии, между прочим, считая Российскую Федерацию тоже, производитель масла подсолнечного. Каким образом он уже существует? Каким образом давайте можно бояться его прихода? Давайте, у нас жива дискуссия, да, говорить слово. Я апеллирую, да, так, без вопросов. Мы говорим о том, что там у нас фермеры не хотят, и фермеры это как бы плохо. Давайте тогда сравним. Вы знаете, сколько у нас фермеров в стране? Фермеры это хорошо, плохо то, что отношения по поводу земли очень часто не оформляются. Ну так я вот вам отвечу. У нас 40 тысяч фермеров. Знаете, сколько фермеров в Польше, например? 1,5 миллиона. Вот вам и разница. 40 тысяч и 1,5 миллиона. А территория Украины примерно в 2 раза больше, чем территория Польши. И земли у нас получше, чем у них. Это раз. Во-вторых, это нужно развивать, потому что следующий нюанс. Давайте возьмем опыт тех стран, которые продали свои... Секундочку, можно сразу я вам скажу, почему? Вы путаете причину и следствие. Потому что у нас закон запоздал, и если бы у нас открыли рынок земли тогда же, когда открыли его в Польше, и поощряли бы кооперацию, у нас было бы такое количество фермеров. Что нам мешает это сделать? Подождите, что мешает? Отсутствие рынка земли. Рынка земли не было, и крупные агропроизводители, которые могли договариваться с чиновником, могли выкручивать руки собственнику, который не может продать. Они создали вот эти вот гиганты, у которых более 500 000 гектар. Вот за счет их и нету у нас фермеров. И чем дольше бы не запускался рынок земли, тем меньше фермеров у нас будет. Вот сейчас смотрите, 21-й год запустился рынок земли. У нас, вы думаете, увеличилось количество фермеров? Я вас огорчу, их уменьшилось. И будет уменьшаться и дальше.
Только потому, что открыли рынок земли. Теперь давайте возьмем другие страны, которые открыли рынок земли. Аргентину тоже, которая недавно открыла. Где сейчас Аргентина? Что у нее с землей? Что у нее с экономикой? Бедная, все, нищая страна. Да, что ж вы Польшу не берете? Тут вам Польшу удобно приводить пример, тут неудобно. А давайте возьмем Польшу, давайте возьмем Словению. Вообще возьмем, давайте все, возьмем Польшу, все, я страны, согласен. Все страны Варшавского договора. Вы знаете, сколько проходила, например, децентрализация у Польши? Я вам скажу, 12 лет. А при чем здесь децентрализация, а рынок земли? А, это, а я вам сейчас нет, объясню, это почему. Абсолютно разные это, вещи. Не-не-не, сейчас мы давайте подойдем. Вы знаете, сколько в Польшу влили денег для того, чтобы у них сделать инфраструктуру до того, как открыть рынок земли? Я вам отвечу. Влили больше 120 миллиардов евро безвозмездной помощи. То есть, учитывая, да, и, во-первых, международные 120... финансовые установки. Конечно. Нет, да. И этих 120 миллиардов это было далеко не на рынок земли. Я в Польше. Не на рынок земли, я об этом не говорю. Правильно, они влили да? на инфраструктуру. Да, ну, потому плюс что они влили Польша, еще 100 миллиардов Польша на дороги, для того, что... чтобы ее как-то причесать. Вот как мы с ней можем сравниваться? Сколько в Украину влили денег? Подождите. Ноль. Стоп. Плюс дали кредиты, которые повесили, которые можно А если дальше и не вольют, то рынок земли открывать не надо, по вашей логике. Я считаю, рынок открывать земли нужно, когда на нее есть цена. Запоздало открытие рынка земли. Запоздалое открытие рынка земли. Единственное, что сделали неправильно, потому что открывали действительно, в том числе и ваша фракция сопротивлялась. А если бы не сопротивлялись и толково подошли бы, стоило открыть на 2 года раньше рынок страхования, застраховать землю, включая государственную землю, запустить рынок страхования, в том числе и страхование от всяких погодных негораздов, и подготовить к этому фермера и крестьянина. Парень, оформи договор аренды правильно, застрахуй землю правильно, ты будешь защищен от всяких погодных нехороших условий. И тогда нормально существуй, с нормальной нормой прибыли. Вот тогда было бы нормально. А чем дальше упираться от открытия сейчас... рынка земли, мы получаем все худшие и худшие условия. Вы а и прежде всего получили другом, вот эти да. вот гиганты, которые через Верховную Раду диктуют свои условия. Они сейчас будут диктовать и будут дальше развиваться. Они мы говорим уже сейчас диктуют. Немножко о другом. Мы говорим о том, что нужно навести порядок на рынке земли. Здесь я согласен на все 100%. Потому что у нас достаточно много земли, которая обрабатывается, и она нигде не учтена. Это чисто коррупционная составляющая тех структур, которые находятся на этой земле. Добавляйте, сколько земли у нас обрабатывается, и где нету договоров аренды, где собственнику выламывают руку, говорят, ну ты не будешь оформлять, я тебя просто на землю не пущу и морду набью. А я вам скажу, обрабатывают это 1,5 миллиона земли, гектар, которые обрабатываются, на которых нету документов никаких. Ну... Так вот о чем речь идет. Нет, речь идет это о том, что вы принесли... рынок земли и контроль за землей, ну, которая земли находится у нас, которая на ту землю, которая Вадим, ви кажете, що потрібно запускати ринок тоді, коли в нас будуть, по-перше, прозорі правовідносини, по-друге, коли буде відповідна ціна на землю. Так, а коли це буде? Вот очень хороший вопрос. Если бы я был с этой такой с шапкой Мономаха, президентом, вы меня спросили, я бы вам ответил, что это будет через месяц. Какие факторы на це впливають? В первую очередь, это коррупция, которая у нас поглотила нашу страну и, наоборот, только развивается, поглощает все дальше и дальше. Без этого, вернее, с этим таким горем нашей страны, мы, что бы мы ни открывали, что бы мы ни продавали, все время будут, ну, толку не будет. Знаете, как вы вот в квартете, как вы их не садите, оно все равно никак не сыграют. Ну, война, коррупция, все кажут эти факторы постоянно, але ж це такие довготривалі фактори, які, ну, невідомо, коли вирішаться, правильно, в нашій країні. Тобто, ринок відкривати не потрібно фактично. Ну, в найближчі декілька поколінь. В таких условиях я би в житті не відкрив, чесно скажу. Я бы открыл лет 30 назад, потому что я напомню, мы все тут отлично помним, что когда открывался рынок недвижимости, тоже говорили, что все, завтра все будут на улицах, квартиры скупят за бесценок, и все мы будем жить на асфальте. Что-то я не вижу, чтобы мы жили на асфальте, и чем раньше открыли, тем и лучше. Вопрос в том, что да, нужно защищать слабых на рынке, это собственник, это мелкий фермер, безусловно. Думать о компенсаторах, коль мы не успели запустить рынок страхования, безусловно. Но открытие рынка земли, и тут я соглашусь с нашим уважаемым ведущим и его вступлением в передачу, это резонансное событие для Украины не только 21 года, а и вообще всех 30 лет независимости, и слава Богу, что мы к этому пришли. А дальше нужно учиться существовать в этом рынке и учиться ценить свою землю. А для этого нужно вводить инструмент обязательного страхования. К
Ми переходимо ще до наступного питання, адже у нас є що поговорити, будь ласка. Смотрите, ми зараз говоримо о том, що у нас є такі запобіжники, які ми поставили, і не можна буде продавати землю іноземцям, так? Давайте тепер спросимо... Тимчасово, принаймні. Да, ну тимчасово. Тепер давайте спросимо по-другому. Банки можуть володіти землею? Боже мой. Давайте так. Ну, банки могут иметь владеть землей? У нас есть... Могут. Подождите, стоп. Вот давайте только сделаем одну ремарку перед тем, как мы будем говорить. До запуска рынка земли на территории Украины существовало два крупнейших агрохолдинга, у которых было больше 200 тысяч гектаров в землепользовании, который один де-факто принадлежал Объединенным Арабским Эмиратам, а второй американцам. Вы об этом знали? Но если интересовались, то наверняка знали. Я думаю, что немногие украинцы об этом знали. Я просто отслеживаю рынок земли с института, это для меня интересная тема. Вот. И я об этом знал. Але вони не мали права набувати право власності. Что? Какая разница между землепользованием и правом собственности? Земля – это уникальный товар. Закріплює правовий статус, закріплює… Правильно. Все, осталось только закрепить, что земля должна обрабатываться. И закрепить определенные государственные механизмы, которые бы требовали не уничтожать землю, и пожалуйста. Я не сторонник того, чтобы землей владел бы иностранный инвестор. Угу. Но давайте говорить о том, что иностранные арендаторы уже есть. І давайте сходіть з цього. Я розумію логіку Вадима, я наприклад, заставне майно, наскільки. Правильно, так. Ми маємо поняття таке, коли банк забирає під заставу землю і не виплачується відповідні договори, не виплачуються відповідні платежі, банк забирає її під себе. Я не пам'ятаю, який період часу, год чи два, по-моєму, держить, потім має право продавати. А вы знаете, сколько у нас банков с иностранным капиталом, иностранных банков, скажем так? Ну, достаточно много. Ну, почему около 75% наших банков все имеют иностранные капиталы. Ну, вони нібито не мають права, наскільки я пам'ятаю, згідно із цим законом, до референдуму все одно... Ні, а от якраз банки мають право повністю в цьому розпоряджатися на своє усмотрення. Ні, нічого подобного. Вони повинні продавати землю обов'язково на аукціоні, аукціон повинен бути обов'язково в умовах аукціону. Учитано українське законодательство, учимо матчасть. Слідовательно, на аукціоні того залога, який є у банка, не може присутствувати іностранний інвестор. Це в ідеальній країні, яка працює? Работает законодательство, так, которое... Подождите, если оно... Так, стоп. Если оно и так не работает, почему же оно... Оно уже это заложено для того, чтобы могли иностранные предприятия, скажем так, владеть землей. Ну, это уже они де-факто ее уже обрабатывают до запуска рынка земли. Я вот, власне, как раз, Вадим, пришел на эту тему. Я и хотел щодо иноземного капитала поговорить. Інший момент. Юридична особа, яка не має іноземного капіталу, зареєстрована в Україні, її всі учасники є українцями, набуває право на землю. За там декілька років туди заходить іноземний капітал. В неї держава спробує забрати цю землю, вона подає до суду і виграє, тому що ну, іноземний капітал, заведення іноземного капіталу в юридичну особу, це не є порушенням закону України. От, виграє, є певний прецедент, згідно із яким фактично закон от в тій редакції, яка є зараз, перестає діяти про землю. Чи можливий такий варіант? Я просто від експертів, я не є експертом, але чув такий варіант від експертів. Во-первых, очень много судебных тяжб будет, потому что законодательство мы отлично, и мы каждый раз говорим, что оно далеко не досконально. Але якщо буде прецедент, ми ж розуміємо, чим вони всі завершаться. І чим вони закінчаться? Ну, якщо буде певний прецедент, якщо дозволять юридичній особі одній це зробити, то дозволять, якщо не пойдуть по тому пути, давайте определимся. Давайте определимся. В чому проблема володіння українською землею представителями іноземного капіталу? А, ну це вже інше питання. Ми зараз кажемо, можна чи ні, а потім вже... Я об этом, я хочу продолжить. Mm-hmm. На самом деле, большая проблема заключается в чем? А, он будет действовать не в интересах Украины на украинской земле, да, это первое. И второе, он просто испортит землю, что тоже возможно. То есть у нас и украинские... Кто... У нас и украинцы портят землю, есть сказать, такие, что да. Не дай бог, да. То есть речь идет о чем? Что на сегодняшний день, пока мы движемся к этому референдуму, стоит говорить не об участии, извините, из совка доставая этот идиотизм, что ай-яй-яй, у иностранцев будет земля. А говорить о чем? Что должны быть механизмы, которые заставляют
собственника земли распоряжаться ей должным образом. Речь идет о контроле за использованием земли, это первое, и, во-вторых, о контролем за качеством земли. Тобто, заголовок не проти допуску іноземного капіталу до володіння України? Я не понимаю, в чем проблема. Земля – это не та штука, которую можно унести в карман. Речь идет о том, чтобы должным образом, а для этого, вот именно для этого, нужно запустить страховой рынок обязательного страхования земли. Для того, чтобы не только чиновник контролировал использование земли, а независимый коммерческий страховщик. Страховщик не будет терять свои деньги, потому что он будет страховать эту землю и на следующий период. А чиновника можно подкупить. Вот в этом треугольнике мы с вами, украинцы, можем обеспечить нормальное существование я земли. Я вас хочу огорчить. Можно я вас огорчу? Я хочу сказать, что некого подкупать. Потому что наше государство так позаботилось о сельском хозяйстве, что уничтожили все отделы в районных администрациях и в громадах, которые занимаются агропромышленным комплексом, скажем так. Сельхозотделов нету ни одного. Всегда найдется вообще тот, кто ставит ни одного нет. Давайте продовження теми того, що сказав Ігор. От в мене, Вадиме, до вас якраз питання. Так, є дійсно розхожа така думка, переважно серед наших лібертаріанців українських, які себе так позиціонують, що недопуск іноземного капіталу – це велика помилка, якщо вже відкрили ринок. Або його потрібно було не відкривати або допустити іноземний капітал, тому що немає чесної конкуренції і фактично, от поки буде референдум, поки дозволять, якщо дозволять іноземцям сюди зайти, наш олігархат через підставних осіб фактично скупить усю землю українську. Ви знаєте, от нас все время ругають цих олігархів. Вы скажите, назовите мне хоть одну страну, у которой нет олигархов. Олигархи – это большая промышленность, это большие предприятия, это представители на мировом рынке этого государства. Просто в каких рамках законных они работают и живут – это другой вопрос. Если они не живут в законных рамках, их нужно привести в этот порядок, и пусть они работают на благо государства, в которых огромное количество рабочих мест, которые платят огромные налоги, именно должны нашему государству, а не кому-то другому. Это раз. Во-вторых, если допустить... Если есть обмеження все одно володіння однією особою певної кількості землі, а мы говорим, что володіння будет через підставних осіб, то мы понимаем, что это будут уже не те податки, что это будут вже сірі схеми. Що це буде все те, що у нас відбувається в інших... А ви сумніваєтесь, що будуть сірі схеми в нас? Я зовсім не сумніваюся. Ні, ну я теж не сумніваюся. Все буде як завжди. І будуть і сірі схеми, і будуть і підставні особи, і будуть іноземні власники. Все буде, в нашій країні це все буде. У нас знову ми звернемося до того і повертаємося до того, що поки ми не наведемо самі в нашій країні порядок, а не будемо чекати, що прийде якийсь дядя з одної чи з іншої сторони і за нас все зробить і відпрацює за нас, нічого не буде. Це позор тієї нації, тієї країни, яка чекає, що на них щось зробить. Саме печальне в нашій країні те, що ми не можемо самостійно вирішувати наші питання. Весь час нас хтось пинає взад і заставляє щось зробити, щоб ми йшли, не дивлячись на те, вигідно нашій країні це чи ні на сьогоднішній день. Поки не буде свого хазяїна, доброго хазяїна в нашій країні, нічого не буде. І з цим до кінця правління цього президента також нічого не буде. Ви навіть нічого не розраховуєте. Старе тільки хуже і хуже. Не услышав одного, що плохого в приході іноземного інвестора. Приходит... Я не приветствую, честно говоря, но и не против, да. В приходе иностранного инвестора, опять же, нужно смотреть, наверное, в разрезе, наверное, персоналей и в тех рисках, которые у нас на сегодняшний день существуют. Для нас, как бы, в Конституции забито, что это наше, как бы, богатство, земля, и она не продается. Давайте, может быть, по-другому чуть-чуть, извините, я вернусь. Давайте посмотрим и подумаем, почему, например, в тех же Эмиратах они ничего не могут, иностранцы ничего не могут ни строить, ни покупать, ни производить. Ну, не могут, правда? Подождите, то есть плохо, что придет иностранный инвестор, потому что в оператах не... Что нет, плохого? Давайте вот ясный конкретный вопрос. Что плохого? Плохое, это единственное то... Плохое я вижу в том, что пострадают наши местные люди, наши жители. Я к чему говорю про Эмираты? В Эмиратах ты не можешь не открыть ни одно предприятие, никто иностранец не может ничего сделать, должен быть гражданин делать, этой страны. Я, да. Почему нельзя сделать это у нас? Штаты, где все можно. А в Соединенных Штатах, давайте вернемся, они открыли рынок и закрыли.
выборы. Я не понимаю, что плохого. И сейчас покупает землю то есть, только в государстве. То есть вы не можете привести ни одного аргумента, что в этом плохого. Ігоре, от заходить, наприклад, іноземний інвестор. Так. З ним бігає так звана бізнес-нянька, да, інвест-няня оця державна. Він вже в кращих умовах, ніж український аграрний бізнес. Окей, давай. Плюс давай, ми вступаємо в інші правовідносини. Якщо це так, інший інвестор заходить, так, він працює в українському правовому полі, але в нього є зв'язок із іншою державою. Ну, замечательно. Там в будь-якому випадку буде не тільки юридичний, плюс політичний фактор зовнішнього тиску. Ну, погодьтеся, це, у нас погодьтеся, це нерівні ризики. Так. Подожди, що плохого? Что плохого? Что мы должны будем придерживаться взятых на себя обязательств законных? Ні, тому що цілком ймовірно, коли зайде іноземний інвестор, є багато ризиків, що він буде в більш привілейованому становищі по відношенню до наших аграрних виробників. Стоп, є ризик, що буде ризик. Я так понимаю? Ні, є ризик, що він буде в привілейованому становищі. Зараз в законі ти його бачиш. Ти його бачиш де-то? Ні, я кажу в практичній площині. Я тебе в практической плоскости говорю, закон. Что уже существуют такие холдинги, агрохолдинги. Они только действуют на правах аренды и отправляют продукцию в Арабские Эмираты. Они, один принадлежит де-факто Арабским Эмиратам, второй де-факто принадлежит Соединенным Штатам. Давай возьмем третий. Але вони не набули право власності, як ми вже казали. Ну хорошо, що буде? На сьогоднішній день права оренди. Аренда на землі захищена. Аренда на землі захищена 10-літнім контрактом. Ти не забувай. Де Юре, земля все одно наша. Что? Ну і що? А потім її забрати вже не можна буде. Что? Это отношение. Единственное, что по поводу купить, продать. Да, да, это частная собственность уже. Ну да, все. Но ты не можешь пользоваться. И дальше ничего вы там не сделаете. Что бы вы им ни говорили, что бы вы ни делали, это моя частная собственность. Ребята, секундочку, до свидания. Секундочку, до свидания, это вы зря так. Дело в том, что есть международное законодательство, которое говорит о том, что земля должна использовать, земля сельхозного значения, ты должен прописать план. Берем ту же Польшу, да, вот замечательный такой у нас есть пример рядом, которые вовремя запустили рынок земли. Человек, владелец земли или тот, кто ее обрабатывает, не владелец, тот, кто ее обрабатывает, сдает 10-летний план, да, если даже у него там раз в 3 года земля находится под парами, то соответствующий орган плюс страховщик видят, да, вот в этом году под парами, приехали, проверили, стоп, да, не портит, он действительно под парами, а в этом году у нас под солнечным, значит, следующий под парами. То есть понятие, как должна существовать земля. Возьмите и пропишите это в законодательстве, а не спорьте популистическими директивами. Ребята, скажите, кто это пропишет? В тех же Соединенных Штатах действует законодательство, где вы можете стать владельцем земли. Пожалуйста. Никогда мы не можем это прописать в законодательстве. Это... Потому что пока нам не разрешит дядя, мы ничего там не можем написать в этом законодательстве. Ну, я не видел от ОПЗЖ соответствующей законодательной инициативы. И что, приняли? Где вы... Давайте ее сначала почитаем. Я ее не видел. Да, поэтому, то есть, учитывая, я не политик, и, может быть, я не совсем корректно веду дискуссию. Шановні, дивіться, позиції зрозумілі, нам треба потроху завершувати, але є ще одне в мене коротке питання, це саме з юридичної площини, фракція, яку представляє Вадим, у фракції у Верховній Раді, а також фракція Батьківщини, заявили, що якщо прийдуть до влади, вони цей закон відмінять, і, власне, мене цікавить, через який правовий механізм, я знаю, що ви спробували через Конституційний суд, от, ну, чи як ви збираєтеся це робити, чи це ефективно? Ну, ви знаєте, ми вийшли на такі верха, де Верховна Рада, я депутат обласної ради. І це Позиція фракції. Ви ж представляєте позицію не тільки фракції в обласній раді, а загалом політичної сили. Звичайно, так. Тим більше ви на керівній посаді. Я, чесно кажучи, так глибоко не розбирався в цьому питанні, щоб сказати, через який механізм це можна відмінити. Добре, ви вірите, що Конституційний суд його може відмінити? Ну, на жаль... Знову скажу, на жаль, наш Конституційний суд буде вирішувати питання тих, хто при владі. Якщо ми будемо при владі, він вирішить іменно так. Во всяком случае, честно. Ну что, неправда? Правда. Нет, честно, ваша спасибо. Думка, Игорь. Да, действительно, я соглашусь с коллегой, никак это невозможно отрицать у нас. Кто в кабинете на банковой, тот и выкручивает руки Конституционному суду. Единственное, что я могу сказать, абсолютно очевидно, что те сделки, которые будут совершены, они не будут иметь обратной силы. И можно не волноваться. Поэтому подобная угроза скорее должна оживить рынок земли, чем его заморозить.
К ОПЗЖ у меня меньше претензий, потому что партия регионов говорят, что это ваши предшественники, вы можете отрицать, это ваше право. Как и ОПЗЖ, во всяком случае, они никогда не отрицали, что у них есть крупные землевладельцы, они не отрицали сам факт необходимости рынка земли, они говорили только об условиях, и, надо сказать, это достаточно честная позиция ОПЗЖ. Куда менее честная позиция – это блока Юлии Тимошенко. Я напомню, что когда она была премьер-министром, она сама вносила законопроект о вводе рынка земли, а вторым пунктом… У нас немає зараз батьківщини, вони не можуть, батьківщини немає за столом. А во-вторых, батьківщина ніколи не буде у власті. Тобто, почнемо з цього. Поэтому будемо орієнтуватися на позицію ОПЗЖ. Я ж говорю, що да, таке, це можливо, але це не приведе щось к обратному, к тому, що будуть відмінятися сделки. Я думаю, що, скоріше всього, коли ОПЗЖ буде у власті, вона буде вже думати о том, як уже существующий закон и уже существующий рынок привести в соответствие с теми или иными своими политическими целями и не будет его отменять. Я вам дякую, шановні, за цікаву дискусію. Ігор Кисельов, Вадим Шкарівський. Дуже дякую, що прийшли до нас. Дякую вам. Спасибо. Я нагадаю, це була студія «Репортер». Ми підбивали підсумки 2021 року. Сьогодні говорили про ринок землі. Для вас працював Костянтин Гречаний. Залишайтеся з нами.